Заходите. Проявите уважение. Мы только вымыли пол. Я польщен, что королева уделила мне время. Избавь меня от этих банальностей. Простите, моя королева, я не хотела... Я знаю, чего ты хотел. Не отказывай мне в уме. Ты далеко не первый, кто заявляет, что изловил Таракан. Вы сомневаетесь, что он настоящий? Если это на самом деле он, докажи. Или тебя постигнет такая же участь, что и прочих плутов. Заверяю вас, я сказала, госпожа. Выпускай. Расплюнуть. Ты свободен здесь. Следующий. И переведите 10 000 юнитов в семье предыдущего. Кто вы? Здрасте, я Звездный Лорд. Ладно. Дракс-разрушитель. Погибель безумного титана воплоти. И в какой... Ты делаешь мне честь. А вы поменьше, чем я ожидал. О! Ха. И чего же ты ожидал? Быть может, я могу тебя удивить? Сомневаюсь. Посмотрим, разрушитель. Я могу быть напористо. Питер Квилл. Она со мной, кажется, флиртует. Так подыграй ей. Сделай комплимент. Ты можешь. Это к лучшему. Из тебя ужасный переговорщик. Леди Хеллбендер. Размер вашего оружия говорит о том, что вы умелый воин. Пожалуй, я могу устроить тебе демонстрацию. Вы будете приемлемым соперником. Скажи, разрушитель, что привело тебя на Сигнарф-9? Питер Квилл, покажи существо. Флора Колоссус. Я думала, вас уже не осталось. Назови цену, разрушитель. 20 000 юнитов. 20 000? Он не чудовище, в отличие от того зверя. Но он хорошо дерется и умеет регенерировать. Также... Он последний в своем роде. 20 000 – справедливая компенсация. Нет. Нет? Что значит нет? Значит, нет. Ну, значит, вы дура, дамочка. Грут,
самый лучший монстр вселенной. Так что либо раскошеливайся, либо... Ракета, Дракс разберется. Назови свою цену. 15 000. И ты останешься. Хотите купить Дракса? Нет, не купить. Скорее нанять. Мне бы пригодился воин такого калибра. У меня обязательства. Жаль. Мы бы так повеселились. Даю 12 000 за Флора Колоссус. 12? Это и самое близко. Самое то за Флора что-то там идет. 12 000 юнитов. Бурсик Нарфа лютый нрав. Переночуйте с моими хеллрейзерами и познайте радости кутежа. Да, мы не против, даже спасибо. Да-да, конечно. Позвоню. Вы должны были ждать меня. Слишком долго. Я подготовил нам алиби. Ты флиртовал с кнорфианской дрессировщицей. Рассказавшей, что Грута держат в клетке для новых экземпляров. Кстати, где она? Ну, до этого мы не дошли. К счастью, план составил я. Трекер указывает на тронный зал черепоголовой леди. Лично я туда. Есть одна проблемка. Да они по полной отрываются. Они очень сильно пьяны. Но все равно опасны. Я вот от выпивки только лучше сражаюсь. Если смерть пары хвостоломов спасет Грута, что ж... Эй, стоп! Мы не будем воевать с женщиной, у которой своя армия. Просто ограбим. Если будем действовать четко и тихо, тогда никто не узнает. Дракс! Какая часть тихо не ясна? Смерть тихая, Питер Квилл. Без убийств. Ничего не трогать, ни на что не наступать, ничего не ломать. Давайте без глупостей. Если напортачим, то Груту конец. И нам. Нужно признать, леди знает толк в вечеринках. У опустошителей было так же. Правило Йонду. Много работай, хорошо отдыхай. Для Таноса и то, и другое заканчивалось убийством. Мы что, меряемся папашами? Мой подарил мне на день рождения электрошейник. Выберемся отсюда. Устроим супер-вечеринку. Я сделаю особый головной убор, достойный празднества. Ход в тронный зал внизу. Придется, ну... Перебраться через пропасть. Тихо. Знаете... Услышав про героя по найму, я представляла себе совсем не это. Может, Хеллбендер тебя наймет? Заинтересовала ее не я. Она права. Надо было продать Дракса. Я этого не говорила. Да, зато подумала. Мы не сутенеры. К тому же, все и так идет по плану. И все-таки он мог бы с ней пообщаться. Узнал бы что-нибудь о Груте. Я не использую сексуальный магнетизм для обмана. Видно, что на свидание ты не ходил. Не всем приходится хитрить ради свиданий. О, черт! Вмять! Они пришли за деревом! Сообщите леди Хеллбендер! Квилл!
Вон там, впереди. Сразу за той кучкой слабаков. Твоему трекеру точно можно верить? Поверь, этот малыш себя окупил. О, ты даже заплатил? Деньги, кража, ужасные слова. Я его позаимствовал. Я доверяю штуковине ракеты. Помните тогда в Ансаре? Я такого не помню. Это было до тебя. Квилла поймали, он украл яйца на Сакаре. Я не удивлена. Моя штуковина привела меня к нему. Он прятался в инкубаторе. Да я не прятался. Прятался, еще как прятался. Ну, колдуй, ракета. Он не колдун. Знаешь, поменьше сомнений, Хобери. Я сделал топотуны, я открою эту дверь, и я найду Грута. Да молодец, я молодец. Зачем отвечать самому себе? Так, судя по трекеру, Ладжи косок хлама. А я же говорила. Так, мы видели, как Грута увезли на лифте, да? Найдем панель управления. Она встроена в кресло леди Сюси-Пуси наверху. Но мы-то внизу. У нее были выдвижные лестницы. Должен быть способ активировать их снизу. Конечно, у нее не может быть нормального кресла на уровне земли. Ей нужно вселять страх в своих противников. Это преступление против эффективности. Если не найдем рычаг, может получить доступ напрямую. Может, леди Хеллбендер управляет лифтом силой разума? Что? Она ведь околдовала Тара-Тара. Может, у нее такая сила? Ну, раз у нас нет доказательств этого, будем исходить из того, что лифт управляется с трона. Вырубай свои фары, Квилл. Посмотри, нет ли тут источника питания. Дракс, поднимешь его? Легко. Но что мне с ним делать? Еще не придумал. Давай же, сделай что-нибудь. В чем дело? Да ни в чем, просто... Грут не двигается. Вдруг он заснул. Может, он просто в клетке. Просто в клетке? Квилл, давай-ка уже поторопись. Там нет лестниц? Здесь точно что-то есть. Если к креслу идут провода, то панель управления рядом. Ночной воздух Сикнарфа свеж. Пахнет яйцами. И паленой шерстью. Верно. Может, там есть какая-нибудь панель управления? Возможно. Так, Дракс, убери этот хлам. Понял. Посмотрим, что там спрятано. А еще сильнее шуметь можно было? Конечно, но ты не просил. Так, посылаю схему тебе на визор. Разберись с проводами и скажи мне, где переключить. Внутри ракета. Тесно и пыльно. Пахнет мокрым мехом. Это пахнет. Я знаю, что мной. Здесь? Есть. Класс. Я вижу изменения. Как тебя легко удивить. Ладно, этот идет сюда, а этот идет... Ты цел? Да, да. Ты давай не отвлекайся от соединений.
Вот здесь. Есть. О, какой тут бардак! Всюду провода! Вот тут. О, здесь. Ага. Ракета, как там? Наполовину запитал, но пока не хватает энергии. Нужен второй узел. Понял. Вот. Питер? Открывай скорее! Кто закрыт? Эй, черт, нас заметили! Убивать уже можно, Питер? Да, да, убей их! Я ожидал больше! Не останавливайся, Дракс! Берись со своей судьбой! Я устранил угрозу! Ну, вышло не идеально. Эй, нет свидетелей, нет проблем. Может, их не хватится. А точно ли там есть лифт? И здесь. Понял. Вот здесь. Есть. Вот, так и оставь. Я могу подняться к трону. Надеюсь, панель заработает, а то я тут уже все перепробовал. У нас все получится. Вот, готово. Мы ошиблись с лифтом. Что? Он прав. Грута спускали с той стороны. Другого лифта у нас нет, дорогуша. За дорогушу ответишь. Так, я уверен, они ведут в одно и то же место. В твоем голосе нет уверенности. Мы почти на месте. Ну, вообще, все идет весьма гладко. Это было значительно хуже, чем гладко. Согласен, да. Была одна заминка. Но хоть тревогу не подняли. Ты зовешь это заминкой? Дальше все пойдет как по маслу. Это твой же хвост! Говорю же. Не трекер, что-то там. Чт, тише, охрана. Держись подальше, Питер Квилл. Давай, хлама ты кусок. Вас тоже вдруг охватило дурное предчувствие? Ракета, потише. Заткнись, Квилл. Жучок круто отрубился. Ты сказал, почти пришли. С ним все в порядке. Откуда ты знаешь? Грут! Могло быть и получше. Могло и похуже. Он хоть никого не разбудил. У грызуна мягкие лапы. Возможно ли, что грызун сбежит, когда освободит древо? Невозможно. Надо поспешить. Ракета, подожди! Не подождал. Да, Дракс. Почему тут нигде нет перил? У них архитектор Звезды Смерти работал. Мне этот объект не знаком. Нам лучше разделиться. Thank you.
Что это за запах? Это мульча. Что? Сухая трава. Ну, она должна быть сухой. Да, дыра в потолке этому не способствует. Драная тюрьма. Мы должны их всех выпустить. Им не так уж плохо. Они питомцы. Питомцы? Слова женщины, мало посидевшей в клетке. Тюрьмы бывают разными. Не вижу разнополых пар. Она держит их раздельно? Какой смысл разбавлять коллекцию копиями? Видел Вортеса? Это не коллекция. Она собирает армию. Скольких зверей она приручила? Нет. Никаких пауков, змей или твари с щупальцами. Не ты ли спал с тварью с щупальцами? Джилия нормальная. Некоторые из этих существ мне знакомы. Я думал, у леди Халбендер будут более редкие экземпляры. Ожидания часто завышены. Вот это мне определенно не нравится. Гротескное создание. О, это что такое? Мой тотемный зверь. Сильный и прекрасный. Будто носорог переспал с медузой. Я ожидал, что существ будет больше. Ты что, не понял? Под нами еще множество таких этажей. Грут, не волнуйся, я тебя мигом вытащу. Эй, не преврати его в головешку. Назад, я пробью периметр. Не пробьешь. Не пробить. Да ну. Ну все, давай как на Арага, дружище. 3, 2... Грут! О, эта ведьма ободрала тебя до самой коры. Знаешь, мы бы пришли раньше, но торопыга... Хорошо, что ты с нами, и осталось найти выход. Видно, Грут знает дорогу. Эй, погоди. А что происходит? Не молчи! Ты в порядке? Заткнись, Квилл! А я-то что? Ты настоял на этом дурацком плане, а теперь эта королева чудищ его... Я не знаю. Может, древо околдовали? Она что-то сделала с тем Таратар. Эй, Грок, не молчи. Что это Бадуналюбка с тобой? О, черт. Стражи Галактики. Вы, глупцы, решили обмануть меня и не понести ответственность? Грут. Я есть Грут. Интересно, кто из вас додумался посвятить в этот абсурдный план самого Флора Колоссус? Зовете его другом, но не знаете самой его сути. Упустили тот факт, что он... Совершенно не способен лгать. А я говорил, он не сможет выдать себя за монстра. К его чести, он не сдавал вас почти что целый час. Леди Халбендер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Твой вызов — пустой звон, разрушитель.
вам не удастся избежать моего гнева. Знакомая песня. Обитатель! Время пировать! А вот это уже... Настоящий монстр! Будет по-настоящему мертвый! Сколько раз я уже спасал свою задницу? Отрубим ему конечность, и он станет безобиднее! Бега нанести удар! Сотри их хорошо! Создатель ждет тебя! Надо победить их... Как спешит на помощь! Теперь мы точно знаем, какие чудовища ей нравятся! Как-то пустовато! Что? Вы за это заплатите! Сокруши их! Не прячься за своим питомцем, леди Хеллбендер! Похоже, что она прячется! Дверь отступает! У нас преимущество! Ей нужно справиться со своим гневом! Поздно что-то менять! Моя великая сила не используется! Нет! Только не это! Хватит играть с ними! Убей их! Заняться остальными! Не забывайте о здоровике! Не отбивайте его атаки! А то я сам не догадался! Ну, за ними! Давай! Сокруши их! Давай же ты, гигантский осьминог! Нужно, чтобы он открылся! Мой контракт! Ты! Клянусь тебе, папа! Не жалей его! Он хочет нас убить! Наступали! Готовьтесь! Убей их, малыш! Да! Нет! Да! Вы заплатите со спина! Вперед! Думаю, ей уже все равно! Ну, за ними! Мир питается студенистыми созданиями! Ну, главное, что не нами! Что дальше, Питер? Я отрезаю, а оно снова отрастает! Проклинаю! Жду подходящего момента! Смертельно опасное желе? Вы как такое вообще получилось? Не знаю, но резать их очень весело, правда? Нанести удар! Ты знаешь, что делать? Покажи тебе им как следует! Какие мой гнев! Как будто у нас проблем недостаточно! Мой обитатель! Что они с тобой сделали? Пора с ними закончить! Залей их огнем! Они тяжелые и горячие. Ха, ясно. Их можно использовать. Да, если можно поджарить. Готовьтесь. Берегитесь, Пол. Да уж, взорваться совсем не хочется. Как
Шаризала! Собирайтесь, я взорвется! Крим! Ты меня на этих птицов! Надо пробиться к ядру! Так, еще рывок! Так, лап мне не вопать! Тебя могу бить твое же оружие! И так с моста! И, конечно, он плюется горящими ядрами! Он уже в отчаянии! Эта желейная масса нас не потревожит! Отлично! Так, держать! Берегись! Еще одно очко звездному лорду! Почувствуйте жар! Страши! Кто кладет лезвие в конфетки? В этом я не уверен! Убери то, что ты его одолел! Да сколько жизней в этой твари! Скоро узнаем! Зажги их! Нет, какие горячие! Народ, летучка! Мы бы уже победили изменница, если бы ты не мешала мне! Не моя вина, что мой клинок быстрее! Вы тормоза! 50 юнитов на то, что мы с Грутом разделаем их всех без вас! Я есть Грут! Каждый говорит, что он лучше других. Как на соревновании, где за победу дают приз. Эти гады спят и видят, как избавиться от нас. Будем сражаться вместе, отнимем у них этот шанс. Кто со мной? Валял дата по наш дом! Терпится с ними разобраться! Сочка! Внимание! Так, еще рывок! Вперед, мой обитатель! Береги бит-бомб! Да уж, взорваться совсем не хочется! Смотри, чтобы тебе ветки не оторвало! Ручка, ты говоришь, надо сломать эти металлические штуки внутри! Хеллбендер может сдаться! Да! И мы просто свалим! И, конечно, он плюется горящими ядрами! А почему это было очевидно? Погодите! Обрати внимание на взрывчатку! Ха-ха-ха! Конец блин, заклятие, колбаша! Не произноси мое имя! Прекрати бессмысленные передвижения! Ха-ха! Ты от него лужицу оставил! Тебя погубит твое же оружие! Месть так с моста! Удары отскакивают от этого желя! Чтобы тебе дерни не оторвало! Берегись! Эту взрывчатку можно охладить! Обстановка накаляется! А, дошло! Погодная ситуация не изменилась, Питер Квилл! Ты нам нужна! Обрати внимание на взрывчатку! Центр не попасть! Надо сосредоточиться на шипах внутри! Тележка не главное! Задави их, малыш! Они слишком горячие! Деревянная шипашка!
Отворим им брюхо! Так, еще рывок! Рвать больше нечего! Почему такое вообще существует? В этом я не уверен. Уверен, что ты Тарквил. Я спас тебя! Для больших проблем большие помощники. Спасибо, Драк. Ты не вступай. У нас преимущество. Победили! Они живы! Приведите зубаря! Скорее все по байку! Мы еще не выбрались. Вперед! Пристегните ремни! Вот это по катушке. Нет повода ликовать. Мы ужасно ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева леди Халбанда. Поживем, увидим. Что за... Беру ваши кости, стражи галактики. Она будет неотступно нас преследовать. Дай хвост с ней. Главное, что мы смылись оттуда с кучей денег. Нас предало болтливое древо. Я есть Грут? Я не говорю по деревьему, древо. Эй, оскорбляй Грута, ты оскорбляешь меня. Воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Хеллбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Как странно. Только о деньгах думаешь, Грызун? Нет, еще я думаю о бомбах. И о бухле. Бомба из бухла. Ники. Это правда? Ты правда мой отец? Что-то не то со связь. Штука-то крутил? Да, один черт. Ники, мама рядом. Мне нужно с ней поговорить. Она со мной. Но мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту. Сужал диапазон? Первым делом. Проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники. Позови маму. Я знала, что ты мой отец. Так много света. Удивительный рейкер сказал, это чудо. Кажется, с девочкой что-то случилось. Вступила в корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверь узел связи. Я могу его вернуть. Я могу всех вернуть. Нужно только... Ракета! Смотри, что она сделала! Сжимала все к хвостам! Я думала, Карел конфисковала эту ларму. Ламу. Что-что? Ну, и какая разница? Компологоловые не вышвырнули ее, а теперь мы без связи. Обещаю, мы все починим, скоро. Ты еще обещал, что твоя подружка нам скидку сделает. Да, как же. Эй, это обидно.
Сказать, что обидно, Квилл. Быть единственным среди вас, кому не наплевать на Милана. Так, народ, придется в порту чиниться. К счастью, меня знакомы на забвении. Запчасти он найдет и снимет трекерного за полцены. Не бросим же мы дитя. Она вела себя странно. Лама сожрала провода, Дракс. Может, это просто помехи. Если мы снимем трекер, Корел весь флот корпуса Нова поставит на уши. Гамора права, мы пообещали. Я пообещал. Найди местоположение Корел, выплатим штраф. Квилл, ты издеваешься? Зато на хвосте не будет висеть Нова, когда пойдем на следующее дело. Да, если это дело будет. Ах. Похоже, Груту удалось приструнить эту зубастую тварь. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль! Ясно? Давай быстрее, Квилл. Надо восстановить связь. Ну, тогда я быстро. Да иду уже, хвост ты неугомонный. Вот и маленькое чудо. Едва ли даже тебе под силу это сломать. Вот, мы закончили. Доволен? Мы можем поговорить. Все в порядке? О, супер, капитан! Значит, нет. Тебе-то что? Я здесь, чтобы все чинить. Плевать на мое мнение. Ракета, не начинай. Я не всегда следую твоим советам, но я к тебе прислушиваюсь. Мы команда. У каждого свое мнение. И ты скорее послушаешь Гамору. Гамору? Она знает, что делает. Она штурман. Прокладывает путь к звездам, планетам и... к кометам. Ага, и к кометам. Иногда. А Грут наш специалист по растительности. И его мнение важно. А Дракс? Он чем хорош? Он... тактик. Да, точно. Дракс, он настоящий тактик. Еще есть я, Ворчун, занимающийся ремонтом корабля. Да хватит. Ты ценный член нашей команды. Мы же вместе ее создали. Осталось лишь сделать ее прибыльной. Стабильный. Можно отправиться на забвение. Но не выплатим штраф. Корпус снова нас захватит. И где мы возьмем деньги? Может, в выплате штрафа и есть смысл. Именно. Так что давай на этом и остановимся. Ладно? Посмотрим. Вот, мы закончили. Доволен? Я думаю о том, что... Что такое хмурый? Вовсе нет. Дракс, ладно тебе. У тебя же на лице все написано. Сколько раз зверю говорил, мое лицо не для... Дракс, ну, в чем дело? Я понял, что мои знания недостаточно обширны. Наше посещение Секнарфа-9 прошло не так. И леди Хеллбендер не великанша? Оказалось, что так. Но это не все, Питер Квилл. По пути к крепости я понял, что многие мои выводы об этой команде также были ошибочными. Правда? Убийца и грызун. Без них и древа на нашей стороне. Мы были бы мертвы сейчас. Я ведь говорил, их прошлое не делает их плохими, Дракс. Жизнь — это сложная штука. Все всегда сложно. На Катате просто. У меня была семья и мой прямой путь, которого больше нет. Ты снова найдешь его. Просто подожди. Грызун, ты починишь сломанную дверь холодильника?
Что, сейчас? В близком будущем. Мне еще связь восстанавливать. А затем я собираюсь заняться улучшением корабельного вооружения. Мне как-то не до холодильника. Гамора, ты нашла... Это куклы? Да. Нет. Неважно. Надежда Халы в системе Тайо. Координаты на консоли. Стал меня враз... Ну, а чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. И да, мне жизнь дорога. Питер, я тебя не убью за вопрос о моей коллекции. Отлично, ведь в прошлый раз... Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а ракета любит бомбы. Да, да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй. Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки... То есть это занятие для детей? Нет, 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 я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Время уходит, Питер. Ну ладно, Карел, готовься к сюрпризу. Карел, наверное, следит за нами, ждет, какой выбор мы сделаем. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. С моим кораблем. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль в ажуре. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо все подряд. Ладно, идем заплатим. Я есть Грут. Да, кстати, Гамора, ты знаешь станции корпуса Нова? У них есть туалеты. Туалет есть и здесь. Наш туалет для его роста слишком мал. Пусть пригнется. В общем, когда мы выберемся... В смысле, если выберемся. Я знаю кое-кого, готового предложить нам весьма щедрый контракт. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. А где все? Большинство станций Нова автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. М-класс. Корабль «Милана» перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет устойки. Какой билет? Расслабься, ракета. Это стандартная процедура. Ага, надейся. Это не первый мой штраф в корпусе «Нова», как и твой. Но плачу я впервые. Мне почем знать? Спроси бывшего копа.
Что спросить? И я не состояла в корпусе Нова. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я из Грут. Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса Нова? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Это незаконное проникновение на объект корпуса Нова. Это не проникновение, здесь никого нет. В таких ситуациях и проникают. Эй, Дракс, купишь мне баночку звездной мощи? Машина не работает, и не в моих привычках давать взаймы. А я сказала, что отдам. Может, нужно дождаться своей очереди? Очень вряд ли. Да, закрыто. Проверяешь меня? Хочешь пить, да? Кажется, эта машина не работает. Может, закончился нужный вкус? Мне это не нравится. Давайте все же откроем эту дверь. Странно. Что именно? Помимо всего этого? Ничего нет. Даже экрана приветствия. Они же работают? Они должны. Смысл в постоянном подключении к миросознанию. Оно нарушено. Ха. Вдруг они ушли на перерыв. Я есть Грут. Грут говорит, что стойка еще открыта. А я говорю, не наша проблема. Теперь к списку преступлений добавится вандализм. Повреждений не вижу. К сожалению. Может... Это проверка на соблюдение бюрократических процедур? От меня не дождутся. Хотят свои деньги, пусть поторопятся и заберут. Слышите вы, ведроголов... Отлично. Здесь есть воздуховод. Может, подойдет нам? Да, может. А может, он ведет в ангар? Следует выплатить штраф, а не увеличивать его. Мы не просто вламываемся. Мы обеспокоенные граждане. Ты сможешь здесь пролезть? Если откроешь. Я не настолько гибкий. Где же они? В кои-то веки нужен коп. Меня бы устроил и дежурный. А меня бы устроило оставить записку и свалить с этой скалы. Воздуховод открыт. Мы повредили собственность корпуса Нова. Ну, чуть-чуть. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне все еще не нравится этот план. Но возможно... Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить. Запитать можно лишь несколько мест одновременно. Понял. Да вмять, конечно, могу. Хвост тебя дери! Я не напортачил, я кое-что перенаправил преждевременно.
ты творишь, Питер? Соединения не было. Думал, это поможет. Нет, не помогло. Эй, типа, уже что-то. Это двери нужно больше энергии. Пойди еще соединение. Вот и дверь. Закрывается. Эй, тут туалет. Никому не надо. Мне надо, только подальше отсюда. Воды, позависаю-ка я тут в темноте. Не хочу думать, сколько чудовищ придется продать, чтобы расплатиться. Мы на виду у камер наблюдения, но нас не задерживают. Видимо, никто не смотрит. Напомни мне стащить ручку. Держи, приятель. Бесплатно. Не добавлять же кражу к списку обвинений. Да, блядь, конечно, могу. Смотри, здесь вообще повсюду ложные сигналы. Делаю ретранслятор. Мы должны что-то из этого понять? Вуаля! Чего, ля? Тут подозрительно тихо. Верно. Эй, Нова! Мы хотим выплатить штраф и избавиться от вашего вмятского трекера! Что? Эй! Кто-нибудь! Да возьмите уже деньги, купологоловые канцелярские крысы! Мы просто проигнорируем его вопли? Нам не до чужих проблем. Своих хватает. Но хоть в этом мы согласны. Если это не поможет вернуть мой корабль, мне все равно. Мой корабль. Есть тут кто? Вы слышали? Бедный малыш. Это вещь. Твое сочувствие неуместно. Эй, и я наполовину вещь, помнишь? Забыл. Эй, я здесь! Вот, опять! Куда все подевались? Там действительно кто-то есть. Привет. Нова. Как догадался? Не могу. Слишком тихо. Мы слишком много говорим. Нужно поговорить. Ты в костюмчике. Вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Корпус снова не согласится. Тебя никто не спрашивал, злюка. Мы не должны освобождать преступника. Ты сам не был их пленником? Был. И отсидел свое. За что сидишь? Что? Да так. Просто перепутали. Спутали с тем, кому не пофиг. Он мне нравится. Взаимно, хорек. Так как насчет помощи? Поищите запорный механизм. Возможно, в комплекс пробрался смертоносный убийца. Не смотри на меня! О, эй! Что вы сделали? Куда меня? Что это? Куда его забрали? В печь. Поздравляю, Квилл, ты только что казнил первого заключенного. Маловероятно. Вы! Привет, приятель. Эй! Теперь ты куда? У меня есть права! Это место навевает воспоминания. Ты служил в корпусе Нова, Питер Квилл? Что? Нет. Но был на опознании. Раз или два. В общем, хорошо быть с этой стороны. 1, 2, 3, 4. Нет. Что ты делаешь? Я подумал, раз уж мы все равно здесь торчим, почему бы не покопаться в секретах Нова? Может, у них даже есть что-то на Гамору? А, вряд ли. Чего? Ничего. Где все члены корпуса Нова? Может, на собрании? Вся станция? Обычно в собраниях участвует чрезмерное количество сотрудников, и они длятся слишком долго. Ого, а этот парень не промах. Ну, теперь это не наши проблемы. Если мы не встретимся снова. Я себя ощущаю, словно в доме с привидениями. И ты при этом не хочешь сбежать? Не работает. Но шахта не перекрыта. Можем скарабкаться. Ты хочешь пройти по этой штуке? Эй, черт! Ладно, ерунда.
Ого, жутко. Эй! Проклятие! Ой, какие же у вас лица! Прям как дети! Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона! Ага, не стесняйся, Квилл, прими! Настоящему воину броня не нужна. Ты в нее все равно не влез. Носить броню, ожидать неудачи. Не, спасибо. Мне не нужны модные бронекостюмчики. Ты явно никогда не сражался против Центуриона. А ты что? Да. В то время, когда ты служила Читаври. И я этим не горжусь. Вроде это единственный путь вперед. Ты слепой? Я не хочу, чтобы меня разрубило пополам ради того, чтобы твоя подружка тобой гордилась. Скорее, дверь разломает твои мелкие косточки несколько раз. А, неудивительно, что дверь взвесилась. Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Субэпидермальный излучатель накрылся. Ты что-то понял? Возможно. Больше нет связи с миросознанием. Соответствует тому, что я видела в холле. Я мог бы справиться с Центурионом. Знаешь, однажды я дрался с Меллинианом. Центурионы крепче. Крепче? В смысле? Расскажи. Не. Готово. Такое, знаешь ли, на дороге не валяется. Как думаешь, сколько за такой костюмчик отвалят на черном рынке? Даже не думай об этом. Опять пусто. Должно быть какое-то объяснение. Надежда Халы — большой корабль. Может, они все там? Или, может, тут все вокруг заражено вармирианской оспой? Я начинаю чувствовать небольшой зуд. Ага. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно, еще одна комната. Не две, одна. Дверь заперта, обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Сектор 3. Прием. Идет проверка в секторе 3. Встретили некоторое сопротивление обещанию. Ждем Эй, слышно меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы
на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Крут. Идемте. И все прояснится. В смысле здесь нет Центуриона Карел? Ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Идемте, стражи галактики. Мы отведем вас на надежду Хал. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Я есть Грут. Грут, круто. Это классное предложение, только... Прости, как там тебя зовут? Можете называть меня Карлос. Точно, Карлос. Только штраф заплатить. И мы пойдем своей дорогой, а вы своей на ритуалы, или что там у вас. И все в итоге в выигрыше. Возможно. Вы приняли ее священное обещание? Смотря что она обещала. Чтобы обещание исполнилось, все живое должно принять его всецело. Идемте, уверуйте. Итак, Вилл, нам не вернуться тем же путем. Ладно, меняем план. Обратим их в нашу веру. Очистите еретиков! Мы победили! Целая станция свихнувшихся копов! Просто супер! Мы вынуждены обороняться! Оборона? Потому что они рискнулись. Вы уверены, что это будет? Кто хочет, пусть сюда пристрелит. Мы просто хотели заплатить штраф. Значит, больше платить не будем! Почему они на нас напали? Строго говоря, это мы напали! Это дурно отразится на нашем штрафе! Думаю, это уже не важно. Раз двери хана, мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке! И вообще, почему они светились фиолетовым? Колдовство. Вирус? Ну, надеюсь, он не заразный. Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она... Не станет. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Мять, Нова бьет Нова. Кто победил? Вот и ответ. О, нет. Дело плохо. Мы на беду. Я не хочу ждать здесь смерти. У нас нет особого выбора. Дурья ты башка. Помрешь же. Питер! Вы что, сдурели все? Не забудь группироваться! Он справится с ними. Но мы не можем ему помочь. Готовься к себе!
они убили своих! Этот коп совсем спятил! А как еще? Бить в них здравый смысл! Ракета! Похоже, матриарх их главное! Идите, поплачьтесь, мамочки! Порви их, тигр! Моя великая сила не используется! Дракс, на 12 часов! При чем тут время? Там! Убей! Быстро! Да, так информативнее! Что если дальше, Питер? Сгинуть! Они даже не похожи на корпус снова! Конечно! Они предали! Нам их кишок перевело! Не лезьте на мины! Мой черед, здоровяк! Я убью тебя! Как вам это? Так им и надо за мои многочисленные штрафы! Давайте, Фил! Но в следующий раз будешь шустрее! Народ, летучка! Мы их прям разносим, Квилл! Видел выражение на их лицах, когда я обрушилась на них сверху? А какие рожи они корчат, когда груд цепляет их ветками! Точно! Я удивлена, но сражаться с вами классно! Ну и что, что крепкие ребята? Что? Я говорю, что и мы не промах. Нас тоже в жизни неплохо потрепало. Ну, вперед! Кто со мной? Я просто убью! Необычно! Остерегайтесь, Мин! Всегда об этом мечта! Надеюсь, это нам потом не аукнется!
Дракс, на 12 часов! При чем тут время? Там! Убей! Быстро! А, так информативнее! Давай лупи! Смерть! Покажи им ракету! Пусть летит, Драк! Питер Квилл! Перебежчики наступают! Огонь! Ну что, надерем задницу? Если кто-нибудь спросит, мы не заметили жетонов корпуса Нова. Что дальше, Питер? Берегись! Не лезьте на мины! Будь осторожны, Громила бросает мины! Казалось, что мы тебя потеряли.
Не бери в привычку! Я знал, что ты меня прикроешь! Наконец-то этот летун с большой пушкой унялся! Отпразднуем, когда доберемся до Милана! Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль «Карел» в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем «Карел», а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Ох, да ладно. Что за шутки, Карел? Иди в стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг. Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Мне долго еще слушать, как вы двое припираетесь? Мы не припираемся, а выражаем несогласие. И он первый начал. Ракета, ну хватит. Да хватит! Говорил же, надо уходить. Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке. И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Закрыть станцию. Все должны принять или скинуть. Долг корпуса Нова защищать жизнь, а не уничтожать ее. Скажи это трупам в ремонтном отсеке. Трупы же не слышат. Когда об этом узнают, репутация корпуса идет конец. Нарушители во всякий цех! Придется прорываться с боем! Что не одолели заплатить штраф! Осторожно на поворотах! Отначал трак! Гуляй! Эй, убил предателей из корпуса! Голыми руками! Тебя не остановить! Прошлая встреча с корпусом Нова была славнее! Жив, трак! Это когда Квилл пытался переспать со своим... Выбираю эту! Корпус снова точно наш враг! Если они стреляют, значит точно! Куда мы идем, ракета? Даже не начинай! Ой, да ладно! Мы спустились на небо, а теперь придется подняться, чтобы вернуться! Вот это толпа! Не будем тут задерживаться! Вот вам и заброшенная станция! Я знал, они не просто так исчезли! Отчините! Не убрите! Эй! Вы знаете, что вы светитесь, да? Да! Вот вам врачу сходить! Сложусь этим! Не люблю я узкие пространства! А мне нормально! Осторожно на поворотах! А сначала тут никого не было! Эти фиолетовые психи снова наступают! Мы покажем им ошибочность их путей! Навсегда! Мы победим! Корпус снова точно на... Народ, летучка! Не могу терпеть тебя рядом, Грызун! Твой стиль боя очень грязный! Мой стиль?
Да ты сам постоянно на таран прешь, как безголовый! Лишь скажи, Питоквилл, и я в одиночку перебью наших недругов! Эй, ребята! Ну зачем сразу к оскорблениям? Мы же команда, или не будем прикрывать друг друга? Ведь сейчас важно лишь то, что мы их разнесем вместе! Кто со мной? Умрите, недруги! Да, сделаем! Мощно! Прошлая встреча с корпусом Нова была славнее! Это когда Квилл пытался переспать со своей бывшей? Пригнись! Это враг явно ждет меня! Я жажду разрушать! Вот вам и заброшенная станция! Я знал, они не просто так исчезли! Пока да! Не будем медлить! Я от этого день... Все должны принять ее дар! Я не думаю, что им нужен Милано. Ракета, ты не можешь на меня вечно злиться. Оспоришь? Ты сказал нам наверх, да? Еще выше, но пока сойдет. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз, давайте не будем соваться. Подберись! Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать... Блядь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того! Не похож он на Нова! Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили! Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Как я рад, что ты с нами! Что плохого в проверке? Что плохого? Да! Давайте выплатим штраф! Давайте осмотримся! Давайте наткнемся на бунт фанатиков! Мне не злиться? Это он виноват! И пусть не говорит со мной! Кто? Ты! Поздняк! Грот, скажи мистеру еще одна комната, что у нас все. Ракета, взломаешь? Я разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас вытащить. Смерть неверная! Мерзкий флаг! Вечно проблемы! Рак, скидай! Полагаю, тот колдун зачаровал корпус сломан. Ну что за суеверие?
Крокодил спешит на помощь! Нам нужна передышка, Крок! Я думал верить инстинктам грызуна! Поздно спохватился! Это прям смерть с небес! О да, Питер Крин! Не спошлем им смерть! Запускай, Драк! Я вообще сюда не хотел! Им не интересно, грызун! Сейчас устрою! Может, вернетесь к своим молитвам? Они не принимают новых членов! Берегите головы! Берегу, как могу! Берегу! Тебе стой!